Таисом, да, пожалуйста. Виктор Конкин, как вы слышали, да, люблю себя называть по имени, по фамилии, мне это нравится. Расскажу лучше свою историю, и вам будет понятно, как я сюда пришел. В отличие от тех, кто были учредителями вместе со мной в этих кооперативах, у меня не было необходимости приобретать жилье, оно у меня уже было. Как офицера мне государство квартиру выделило. А когда создавали кооператив, я пришел к супруге и своих детей собрал, говорю, ну вот мы хотим кооператив создать. Она говорит, ты офицер, тоже хочешь лохотрон какой-то создать, да? Представьте, вот моя супруга, с которой вчера у нас было 38 лет совместной жизни, она не поверила, что я. Я говорю, дети, что будем делать? Они, пап, давай, говорит, только маме не говори. Ну, я, как нормальный офицер, свою пенсию военную супруге отдавал, и где еще подрабатывал тоже. Поэтому взносы нужно все равно сам выплачивать. Думаю, где же искать? Пришлось заняться тем бизнесом, который большинство здесь сидящих, когда поднимали на вопрос Александра, кто с сетевым не знаком, да, я тоже самое этим занимался. Причем не очень я там трудился, а когда была необходимость выплачивать, у меня пошло $50, $100, $150, $200, $250, $300 и так далее. Потому что появилась цель, надо было купить квартиру. Но все равно это были не такие большие деньги, да? И я купил из всего руководства кооператива самым последним, седьмым. На седьмой год, да? Да, на седьмой год я купил. Был я как раз ревизором общественным. Сейчас должность передал тоже офицеру по званию генерал. К сожалению, Олег сказал, он прибавил, сегодня у нас нет. Владимир Михайлович. Супругу свою я пригласил через 4 года сюда, на мероприятие, где вручали ключи. Она сидела и внимательно слушала. Одному ключи вручают, второму ключи вручают. До нее дошло. Она говорит, ты же в руководстве еще квартиры не получила. Я говорю, женщина, напомни, я говорю, пенсию отдаю, зарплату отдаю. Остальное, говорю, не ужинаю, где-то вот коплю. Ах, ты еще деньги из семьи. У меня вот честно, кто меня знает, я рассказал свою историю. У меня было желание, может быть, развестись. Я за первый год купил бы квартиру. А потом думаю, куплю, а вдруг опять не потянет обратно. Да тут у нас красивые женщины везде. Говорю, найду какую-нибудь другую, кто из квартиры, обвинится. И говорит, наше средство будет большое, как в одной оберете поется. Я говорю, супруга, ну ты совсем до меня дошла. Ну, когда вот, уже выделили нам деньги на покупку, привели дочке квартиру, жена уже присоединилась и сказала, мы 7 лет копили. Я понял, что она уже она была наш мероприятий, на всех на этих. Она говорит, я еще очередь другой нет, я бы нет, больше нет. Ну, потом как-то у нас размолвка небольшая была. Я говорю, ну ладно, все, вам оставляю жилье, что у меня есть там дом, квартира и все прочее. А ты где будешь жить? Я говорю, там очередь есть, подходит. Ах, она говорит, ты так, ну вроде на этом все успокоилось. Легализовалось у меня это, и все, доплатили, в принципе, скоро уже пора и вторую квартиру покупать. И кто у нас приобрел по одной квартире, вы у них если спросите, практически все, у кого вторая, третья очередь уже есть. Почему? Потому что будет вам наш зам председатель кооператива рассказывать, выгодно бывает не одну очередь, а две, три, даже больше взять. Это практически за одни и те же действия можно получить несколько Конечно. Квартир, о чем здесь сегодня звучало. Вот так, примерно, я получил квартиру. А как взять три очереди? Вот, смотрите, вам рассказали, как рассказывали. А потом по ней или же по... Да, вот приходите, Клавдия Владимировна, она вам все расскажет. Да? Вам расскажут, как... Спасибо.